Как его состояние? Он потерял много крови, госпожа. К счастью, раны не глубокие. Организм крепкий. Он скоро поправится. Искендер, мой потерянный брат. Дай, Аллах, твои раны затянутся. Я рядом с тобой, выздоравливай. Госпожа. Зульфикар. Я так за тебя волновалась. Вот и Искендер ранен. Не волнуйтесь, госпожа. Я цел. И с Искендером все будет хорошо. Ты на ногах, Искендерага? Химашах Султан хочет видеть тебя. Химашах Султан? Проси. Конечно, проси. Искендер. Тебе лучше. Я рада, что ты наконец смог встать. Спасибо, госпожа. Кесем Султан, ты собирался спасать в одиночку? Госпожа, я делал то, что должен был сделать. Ради повелителя Кесем Султана я готов на все, что угодно. Даже на смерть пойду. Разумеется. Однако найти таких верных людей, как ты, сейчас нелегко. Поэтому ты не должен так рисковать. Искендер, зачем ты встал? Тебе нужно больше отдыхать. Не удержался, госпожа. Все в порядке. Ну, как знаешь. Спасибо. Ты снова меня спас. Пока вы были в опасности, я так волновался. Мое сердце принадлежит вам. Искендер, я помню, что ты для меня сделал. Я тебе благодарна. Но постарайся быть сдержаннее при встречах со мной. И
Иначе тебе откроются темы и качества, которые лучше не обнаруживать. Я... Простите, госпожа. Это вырвалось случайно.